Девчонки такие классные, вот эти джинсы, просто пушка-бомба. Я пришла вообще за этими туфельками. Ну, это 38-й, я не знаю. Ну, вроде нормально, вроде не нужен 39-й. Джинсы просто вообще супер. Стоит одинаково. 39, джинсы 39, туфельки. Хочу походить, посмотреть, удобно мне в них или нет. Очень нравится. Узкий такой носик, бантик. Немножко футболочку надо было взять побольше. Это, кстати, бодик. Уже не хочу переодевать. Поэтому меряю, как они будут смотреться с кедами. Посмотрите, какая красивая курточка. 70 евро стоит. Представляете, я за 80 покупаю босоножки и джинсы. Но они клевые, они очень качественные. Такой плотный деним. 38 размер. Решила померить с кедами, посмотреть, как они будут смотреться на плоском ходу. Я же все время хожу на плоском. И смотрится, в принципе, неплохо. Так что беру. А это вообще 70 евро, извините. Пардоньте. 70 евро. И такие дешманские пуговицы. Я бы перешила бы их обязательно. Но здесь прикольная вот такая вот из атласа сделана подкладочка. Очень классно смотрится. Тоже хочу. Это красивый красный цвет, такой морковный. Под все подходит. Под джинсы, под белое, под красное. Ну, дороговато для Зары. Но с Массимо Дутти так раньше стоило. Причем, знаете, летом с коротким рукавом в этой кофте будет жарко. А когда холодно, вот как сегодня, с коротким рукавом холодно. Ну, то есть это такая вещь непонятная. Ну, куда-то в такие поездки городские, сити-трипы, на вечер нормально. Смотрите, как красиво с полосатым. Ой, курточку тоже, ну не буду брать курточку. И так беру джинсы, которые мне не нужны, по сути. И туфельки, это только куда-то в ресторан пойти. Я тоже, у меня этих каблуков дофига. Но беру, потому что вот, ну как не купить, ну как не купить. Ну что, мои дорогие, ну не смогла, не смогла. Вы сейчас будете меня опять ругать, что я тряпичница. На улице дождь, поэтому я в кепке. Ну да, 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 да. Это уже третьи туфли на каблуке в этом сезоне. А хожу в кедах, в адидасах моих новых и вот в этих. А что делать, скажите? Ну что делать? Ну я такие давно хотела. Крейзи-пейзи, они удобные. Ну, я не знаю, как. Я эти туфельки, я слежу там за одной девчонкой. Она не стилист, она байер. Но у нее прикольная, такие она подборки прикольные делает. Я эти увидела туфельки еще несколько недель назад. Я такая, блин, хочу, хочу, хочу их. Но у нее ножка такая тоненькая. Я думаю, блин, наверное, на меня не сядут. У меня не сильно тонкая нога. Не толстая, не широкая, но и не тонкая. Ну, сели хорошо, я довольна. Ну ладно, поехали домой. Так, ну что, мои дорогие, завтра придет Николь в гости. Я хочу угостить ее запеканкой. Вот такую я вам показывала рикотту. Из нее мы делаем запеканку. Не знаю, первый раз готовлю. Короче, у меня была вот такая вот миндальная стружка. Вот я выкинула последнюю. Тут, наверное, у меня было грамм 50. Вот, значит, пакетик ванилина. Можно два, я люблю поароматнее. Масло сливочное, ну, грамм 50, наверное. Две пачки, вот так, я все на глаз, девчонки, все на глаз. Единственное, что у меня молока нет, скисло, я его не пью. Две пачки вот такой вот рикотта, гальбани, обожаю. Немножко муки бросила, хотя можно манку, можно кускус заваренный. Вот, можно, мне кажется, кукурузную муку. Сейчас я вот эту форму обложу папирусом вот этим вот. Мы в детстве называли это калькой. Бумажечкой можно натереть маслом и вылить эту жижу. Вот, но я еще помешаю. Мне, к сожалению, Николь забрала миксер. Вот она забрала миксер. А эти штуки тут оставила. Завтра она придет, я ей отдам. Потому что она саму эту штуку забрала, а насадки забыла. Я задолбалась уже мешать. Какие-то комочки все равно остаются. Я подозреваю, что это рикотта такие оставляет. Видите? Комочки. Это, знаете, как фитнес, блин. Такое ощущение, что как будто бы для такой формы мало теста.
Что добавить еще? Тесто, муки добавить. Надо манки купить и сделать с манкой нормальную запеканку. О, Никуся завтра придет, а у нее будет такой сюрпризик. Запеканочка от мамы. Я же никогда ее не баловала готовкой. А сейчас видно у меня это, чувство вины какое-то. Ну ладно. У меня еще есть вот такие вкусные киви золотые. Ну вы видели, вот эти красные груши. Завтра я куплю еще ягод, съезжу с утра, клубнику, черешню. И мы с ней кофеечек попьем. Она завтра не работает. Она мне машину привезет. Вот, я хочу в четверг покраситься. Но это не точно, у меня другие дела есть. Короче, мешаем. Кстати, вот эту штучку из фикс-прайза. Я в фикс-прайзе покупала. Она вся выгорела. Ну, хороший такой небольшой... небольшая емкость для вот таких замесов. Ладно, все. Я думаю, чем лучше сделать? Намазать маслом эту форму или все-таки пергаментную бумагу? Так, ну что, не знаю, у меня не получается ровно. Надо специальное такое... Никуся забрала, которая так вот выравнивает тесто красиво. Мне не получается обычным шпателем выложить красивую поверхность. Ну, пусть будет такая. Она все равно потом подпечется же, будет корочка. Так, надо сейчас вот это аккуратненько все обрезать, чтобы у нас не сгорела бумага. И вуаля. Почему не разогревается духовка? Так. Ну. Алло. Почему тут мясо стоит? Боже, как это работает? Обычно я в наушниках слушаю. Девочки, готова моя запеканочка. Не знаю, дождаться до завтра или сейчас протестировать. Ой, у нас уже темнеет. Девочки, пахнет просто невероятно. Мне кажется, она должна остыть, а потом надо тестировать. Как вы думаете? Или уже можно пробовать? Итак, как готовим? Две коробочки рикотты, два яйца, немножко сливочного масла, немножко я добавила миндальные стружки, можно кокосовые, буквально пару ложек муки, можно манки добавить, можно, я не знаю, обычной муки добавить, можно сухарей добавить, в общем, можно кускус размочить, добавить туда. В общем, все на ваш вкус. Вот просто, просто вкуснейшая штука. Как от нее оторваться, я не знаю. Нежнейшая. Так, девочки, любимые, мы с вами в H&M. Посмотрите, какой шикарный костюм продается. Красного, красивого цвета. Вот с такими вот шортиками. Блин, жалко, что мне не идеально все с фигурой. Ну, это прям совсем очень уверенных в себе. Я хочу найти здесь такой лиф. Лиф-топ. Если я вам найду, покажу вам его. Кстати, шортики прикольные. Вы видите, все сейчас в моде вот такое вот вязаное. Я думаю, что кто умеет вязать крючком, тот может себе сделать очень красивое платье. Вот такое сейчас мода. Все такое какое-то сжатое, вязаное, такое какое-то ребристое, короче. Привет, мои дорогие, как вам моя покупочка? Вот такие вот очки. Вот не знаю, с одной стороны, они мне очень нравятся, с другой стороны, они такие огромные. Как думаете, оставляем или нет? Ой, не знаю, вроде надо. Мне кажется, они очень модные, особенно когда вот как-то так. Короче, ладно, давайте покажу вам, что я сегодня себе купила. Вы любите покупки, я знаю, вы любите покупки. Давайте снимем наушники, а то, возможно, звук будет глуховатый. Что я себе купила? Я, конечно же, купила Cœur de Bœuf, сердце быка, бычье сердце. Боже, какие, девочки, это помидоры, я их покупаю постоянно. Это ботва сладкая, очень вкусные помидоры. Вот, правда, не купила буффало, в смысле, моцареллу никакую не купила. А как, кстати, мой топик? Так, сейчас покажу. Так что, девочки, едим ягоды, едим овощи, потому что сезон. Короче, купила вот такую буффало. Нет, вот такое сердце буффало. Купила вот такое мяско.
вкусная, знаете, как называется? Копченая, копченая ветчина. Вот, очень вкусно с хлебом. С хлебом. Так, хлеб вот такой взяла. Булочки. Ну, это не булка, это хлеб. Это не булочки, это не сладкое. Естественно, купила себе клубнику. Вот эта клубничка, да, она мелкая, но она очень-очень-очень сладкая. Вот эта вот. Она клубникой пахнет. Она вообще называется конфитюрная клубника. Вот здесь даже написано «Confiture Ardbeien». «Fraise pour la confiture». «Confiture Ardbeien». В общем, короче, я ее покупаю, потому что она сладкая. Крупная, не такая сладкая. Ну, давайте попробуем, хотя я только что съела сейчас вишневый леденец. Угу. В ней больше вкусов мелкой. Я купила еще черешню. Я купила вот такую вот нарезочку. Тут прошутто. Три вида прошутто. Итальянская антипасти. Жабон сек, копа и салама. Салами. Салами. Салами дюкалле. Чопа или копа. И жабон сек. Сушеная ветчина. Это Терра Дюкалле. Очень хороший бренд. Здесь вкусная. Вот я себе сделаю такую нарезочку. Вот это порежу. Это я что-то мясо захотела. Вот я и сырок взяла. В общем, вот такие вот помидоры. А, вкусно. Видели мой салат летний? Значит, в летнем салате идет у нас буффало или моцарелла. Вот так вот помидорчик. Главное этот помидор нарезать вот так вот. Не вот так вот, как мы обычно помидор режем, а вот так. И он получается таким цветочком очень красиво. Листики салата и оливковое масло. Я не люблю бальзамика. Мне многие написали, почему бальзамика не добавили. Не люблю бальзамика. Вот такой вкуснейший овечий сыр. Вот он, видите, видите, тут овечки вкусные, сладкие. Называется шавру. У нас такой есть еще намазка шавру. Но это вот слайсами. Сыр, мне, кстати, мамочка этот сырочек очень любила козий. Так, это я вам потом покажу. Технические покупки. Купила два вида сыра. Это президент. Президент. Бри и камамбер. Только обычно он продается вот треугольничками отрезать, да? А это сыр, он намазка. Допустим, вот мы сейчас открыли с вами бри. Боже. Он просто намазывается на хлеб, как сливочный сыр. Взяла две. Попробовать. Первый раз, кстати, взяла. Интересно. Взяла вот такие леденцы. Когда хочется чего-то вкусненького, вкусненького ничего нет. Вот эти леденцы. Запах потрясающий. Тут, смотрите, апельсиновые, вишневые, лимонные, грушевые, ежевичные и... еще какие-то. Бон-бон. Фруктовый бон-бон. Взяла сыр фету для салатиков. Вот я не взяла моцареллу, но взяла сыр фета. Вот такая большая упаковка. Здесь у нас 400 грамм сыра. Буду делать греческий салат с помидором бычье сердце. Девочки, я не могу. Пока есть эта испанская черешня, я буду ее есть. Опять взяла, смотрите, на 12 евро. Ну что это за цены такие? 12 евро. Килограмм стоит 19, я взяла 648 грамм. Но она такая вкусная, она такая огромная. Она как помидоры черри. Упругая, сладкая. Вот это лучший ужин. Ягоды. Клубника или черешенка. Так, едем дальше. Сарделечки взяла. Все хотелось сарделек. И все, из еды это все. И вот такие взяла цукини. Это не консервированные, это на гриле. Ну, в масле. Попробую, если вдруг они консервированные. Я так люблю вот эти цукини швейцарские. Так, что я купила не из... взяла краску. Вот это вот. Такая, видите, она серенькая. Буду добавлять туда еще немножко серой другой краски. И буду дальше красить двери. Это хорошая краска Левис. Такая баночка стоит 30 евро, что ли. Вот, добрала еще ручки. Вот, ручки. Взяла вот, так, вот такие вот ключи. Вот такие вот. Они мне нужны, чтобы ручки скручивать.
взяла вот такой вот эпоксидный клей. Вот, хочу приклеить зеркало. Взяла для туалета средство очищающее. Чипсы купила. Мои любимые Принглс. Пол упаковки съела в машине. Вот эти люблю. Который идет с луком и со сметаной. Кошмар. Еще взяла один платочек для краски. Вот. Вчера купила себе вот такую рубашку. Рубашка просто супер. Бренд называется In Moment. In Moment. Я не нашла в интернете ее. Вот это тоже новый топик у меня. Он такой прикольный, на резинке. Вот, очень красивый. Испачкалась пока. Косметики немножко испачкалась. Девочки, нашла такие лифчики. Наконец-то сбылась мечта хейтеров. Я нашла такие лифчики, куплю себе обязательно. Просто моего размера не было. Оказывается, у меня не S грудь и не M. У меня L. Представляете? А что делать людям действительно с большой грудью? Посмотрите, какая спинка классная. Видите? Какая тут змеюка. Тут вот так вот вышиты крестики. Тут вообще и солнце, и луна, и даже звезда. Или что это, глаз? Короче, очень классная рубашка. Новый топ. Новые очки. Немецкий или шведский бренд. Какой-то там какие-то буквы. H, E, E, I, M, P, H. Что-то такое. На Золанда я взяла. Мне кажется, очень круто. Вот, вот такие вот у меня покупочки. Как вам топик? Мне кажется, очень красиво. Ну, такой не сказать, что прям посылка пришла, опять надо за почту ехать. Мне кажется, красиво. Рассказываю вам про лифчики. Короче, эти лифчики, они вот такими полосками идут, и они клеются, как будто бы на липучках на каких-то. Ну, не знаю, сможет ли они удержать мою грудь. Я вам обязательно куплю, покажу их, приклею, надену вот этот вот топ и покажу, как это все держит. Пока я, видите, с этим бюстгальтером ношу, ну, некрасиво с бюстиком. А без вы ругаетесь. Ладно, все, надо готовиться к прямому эфиру. Сейчас у меня эфир с Анжелой будет. Кошмар. Ужас. Чипсы. Леденцы, сыр, жиры, сыры, все вредное купила, сардели. Посмотрите, какую я сегодня прелесть купила. Сейчас я ее отмою, французская девочка с яблочками и такой вот гусеночек у нее. Посмотрите, какая красивая. Да, я знаю, я уже становлюсь бабкой. Я как эта девочка, у меня на ужин сегодня черешня испанская. Какая она вкусная, какая она твердая, какая она сладкая. Булочка была с сыром, которую я вам показала. И вот сейчас вот сяду, лягу, точнее, буду смотреть какой-нибудь сериальчик. Вот. С этой мелкой клубникой. Очень вкусно. Вот и все. Сюда. Это я стираю руками новый топ, который испачкала в косметике. Вот, это чистый шелк. Очень классный бренд. Обратите внимание, есть на Farfetch. Называется Forte de Forte. Forte, нижнее подчеркивание Forte. Italy. Подписали топ. Как будто непонятно, что это топ. Очень красивая вещь. Это шелк. Он двухсторонний. Можно носить его и спереди, и сзади. Вот, ну, испачкала в тональном креме. Сейчас руками стираю, чтобы он быстренько высох. И завтра можно было надеть его. Ну, лучше мастера бы не прокрасили. А вот эту штуку, это от звонка, я хочу покрасить в цвет стен, чтобы ее не было видно. Нафиг это нужно? Такое белое пятно. И вот это белое тоже прокрасится. И это у нас тут серенькое все. Покрасим лестницу. Я уже нашла краску. Вот непонятно, что делать с этим. Это у нас перилка. И поменяю выключатели, поставлю на красивые такие, дорогие. Обратите внимание, стоят до сих пор пиончики.
просто себе стоят. Вот эти шары, они никогда не раскрываются. Вот, уже неделю стоят пионы. Вот эти вот уже облетают, а вот эти даже не раскрываются. Мне прислали ароматы от бренда Le Sueur de Noé. Le Sueur de Noé. Значит, вот этот вот Forbidden Nectar, это вишневый. А Red Berries Elixir, это клубника. Вот такие ягодки.